Hey guys, сегодня мы продолжаем проходить игру под названием Аладдин, и это у нас пещера чудес. Ну, мне нужно было проверить. О, чёрта! Я это вообще не помню. Я не помню вообще этого уровня. Что с крышами, я не помню. В английской версии. Что? Серьезно? Тупые летучие мыши. И опять из-за скользкости я упал. Я помню, что я просто собрал три части, да, вот эти. Потом сразу отправился. Как же меня раздражает. Ненавижу летучих мышей. Хоть то это просто у меня была не фул версия. Идите в жопу.
Виш непонятный. Куда мне идти? Хабуба-буба, мало. Ну, не такой уж сильный босс. Все? Окейшки. Подожди, а что мне нужно было делать? Куда я попадаю? Все время эти дни понимаю, где я. Что я тут делаю? Так, мне еще миссия должна быть сапу. Нормально. Бонус левел. Абу в пещере. Одно из двух любов будут тут теперь призраки на меня нападать и сосульки падать, да? Вместо горшков. О, нихера себе. Не-не, я хочу посмотреть. Сложность. Плюсы, вам это полезно. Короче, там, где падает камень наш, это безопасная территория, как я понимаю. Ну все, да. Тут даже я не смогу спастись. Неверные. Вы постигнули на запрещенное сокровище. Теперь вы никогда не увидите солнечного света. И это мы продолжим в следующей серии. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.